Ну что, друзья, здравствуйте. Мы продолжаем проходить The Walking Dead, Ходячие мертвецы. В прошлой серии мы остановились с вами где? Правильно, мы где-то были в магазинчике, там что-то какая-то суета была, поэтому Саш, поудобнее, при этом пить кто кушает, приятного чай пить, кто пьет чаечек или кофеечек, или водичку. Накидывайте пледик. Усаживайте поудобнее. Еще раз повторюсь, приятного просмотра, а мы начинаем. О, привет! Привет, это Глен, и я тут как бы застрял. Малышка, если ты там, можешь подать свою папочку к телефону или рации, или как там ее? Это Ли, что такое? Ну, я в мотеле, и что ж, я застрял. Застрял? Да, я искал запасы для группы, и одна из этих тварей заметила меня. Я спрятался, но они не уходят. Что такое? Глен в ловушке в мотеле. Эй, Глен. Мы все обговорим, пошлем группу к тебе, хорошо? О, круто. Тогда я буду ждать вас здесь. Молодец. Он будет у меня возвращение Глена, хорошо? Что думаешь, Даг не очень хорошо. Два ходячих, а у тебя семья? Я возьму свою аватарию, метку карты, спасу Глена и выстрелю сюда. Если ты хочешь, кто-то должен. Да, я с тобой. Let me know as soon as you want to head out. I could use a job. Мне бы не помешало, родненько. Так, ну погнали еще сразу. Так. No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the Living Dead cards. Здесь должна быть батареечка, это я помню. We just need to get back to Fort Lauderdale. We'll do our damnedest. Нет, здесь нет нигде батарейки. Где-то должна быть батарейка, короче, как я помню. What are you messing around with there? Чем ты возишься? A radio. С радио. Я не могу get it to work, though. Here, let me have a look. Nothing. Ничего. Тут тему открываем. There are no batteries in this thing. What now? Что? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. Да, конечно. I mean, yeah. Да. No. Нет. I can try to find some. Я поищу их, конечно, где. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. О, эти скрипты надоели мне. Где-то раз батарейка должна быть вот там. Да? Батарейка. О. Trying to get some rest, hon. How can I with those things out there? Где-то здесь должна быть батарейка. Я, блядь, точно не помню. Честно скажу вам, я не помню. Где здесь должна быть батарейка еще одна. Блядь, может где-то здесь. Я вот не помню, находил как-то, блядь, когда играл. Опа, подожди. Батарейка валяется. Я же говорю. Вы скажете, блядь, ты что, проходил эту игру, зачем ты заново проходишь? Как бы, ну, неинтересно, наверное, нет? Я вам отвечу. Батарейка должна подойти к радио. Great, thanks. Спасибо. And here's another one. Вот еще одна. Should be able to get it to work now. Должен заработать. It's still not working. Еще не работает. Yeah, I can't figure it out. Let me have a look at that thing. Штуку. Go ahead. Взгляни. Ну, блять, включи нахуй. Nothing. Ничего. Ну, здесь все, да? А, ну, блядь. Ясно. Все эти женщины, да? Ясно, блядь. Без мужика, понимаешь, не могут, ёбана, блядь. Смотри, уяк. Волшебство, ёбана. Да, починил, прикинь. Все, let's go, короче. Ладно, погнали. Heard or seen anything? Nothing, luckily. Wanna step outside and look around? I'm not suicidal yet. No, the gate up there is closed. Что за брата? Мы можем выйти из здания. Cool, and we'll keep it down. Don't need to bring him back this way with any unnecessary noises. Agreed. Господи.
Кажется, мне сейчас тоже нет. Они только едят. Единственное, что их заботит, а если тебя схватят, они сожрут тебя и вернешь одним из них. Что за хуйня? Я думал, понадобится больше, чем несколько дней, чтобы все стало как прежде. Да, мне тоже так кажется. Лучше нам переждать здесь. Так, смотри, у нас, короче, есть кирпич. Дотянуться не можешь? Ну ты, блядь, конечно, молодец, нахуй. Это комбинационный замок. Hey man, what are you doing? Ты что творишь? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Ну смотри, вон, блядь. Еще от твоего того парня. How can you be sure? Почему ты так уверен? Я нашел это в кабинете. That boy in the photo парень на фото, на фотографии, он работал здесь, мы еще должны быть у него. Yeah, да, я согласен. Нам нужно просто придумать, как выйти отсюда и забрать их. А у него нет вопросов, почему-то оторван, почему он оторван, блядь? Смотри, короче, когда я играл, я думал, что здесь делать, и все переподключал, блядь. Смотри, короче, берем вот эту тему, опа, нахуй. Смотри. Think you can do anything with this? Думаю, можно сделать. You know what I could do? Что я могу сделать? What's that? Что же? Только выбросьте. Он универсальный. Он устроит все удар по всем телевизорам и телевизорам. Давай надеяться, что мощности хватит. You can just do можешь that? Сделать? Well, I memorized all the codes. Я запомнил все коды, когда работал с техником. Let's try. Давай попробуем. О, блядь, наконец-то. Well, fucking done, это, блядь, круто, Дак. Вся эта херня может спасти нам жизнь. Давай, открывай. Сказал, что... Что уже не спасло. Вот. Мне ты заметили. Вообще похуй, блядь. Но это недостаточно. Бля, что же я еще такого там делал? Бля, я не помню, честно, ребят. Что я делал такого здесь? Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? И что же случилось? Я думаю, большинство из них будет там. Так, ну давай открывай, блядь, все. Дебал. You wanna get this door open? About that. Кстати, об этом. У тебя же есть комбинация? No. Нет. Did anyone ever have? Какой-нибудь она вообще есть? Look, man. Слушай, мы несколько тварей пытались попасть туда. Теперь мы не можем выйти обратно на улицу. Мы также нарушили правила безопасности. Блять, мужик. Открой мне! Дурачок, что ли? Сезам, откройся. Это не сработало. Я шучу. Блять, универсально, но не только... Подожди. Но его можно разбить. Подожди, здесь больше... Опа. Ну, блядь. Больше ничего такого нет здесь, да? Ясно. Короче, нам нужно что-то найти, да? Okay. Нужно, короче, что-то найти, чтобы срезать нахуй все, блядь, замок. Но вспомнить бы что? Давай искать с тобой. Я, честно, не помню, что здесь надо искать и тому подобное. Фотографии не хочу. Угу. Пошли зайдем туда. Я, честно, не помню, где что я брал. Что-то я брал, мы открывали дверь или чем-то дотягивались до кирпича. Я брал кирпич. Мы его разъебали замок. И все. Что-то типа того было, ребят. Ну, сейчас посмотрим. Может, что-то тут есть у нас. Luckily, there's nothing I need in here. Блять, мужик, ну ёптан, давай трость твою возьмем. Я не помню, чем мы туда дотягивались, честно. Не откроется, наверное. The keys are on that zombie out in the street. Подожди, хорошо, давай. Бля, тут скрипты ёбаные, конечно, не люблю эту такие игры, блядь. Скрипты, но нужно. Матрас. Здесь ничего нету, хорошо. Что же можем с вами сделать? На, чоколадку. It's not much, but here.
You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. Спасибо. That's really sweet. Don't mention it. Несет благодарность. Поговори с Карли. Лили, давай поговорим с Карли. Блядь. Это она, блядь. Это она, вот эта вот тёлка. Давай. You're a pretty good shot. Не заставляешь. Well, you don't fuck with a reporter. Especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. You ready to head out? Готовы? You got it. Конечно, you? Ты? Да. Yeah. Let's go. Пошли. Let's go, блядь. Чего? Там же заперта дверь. Что, ёбнулась? Чего, отпрыгнись. О. Did you see that? Ты это видел? I sure did. Ещё бы. Be ready to shoot. Готовь стрелять. Guys. Ребята, oh, блин, как я рад, что вы здесь. Jesus, Glenn. Боже, Глен. Кобяков. Вот бумага. О, Глен, Кобяков. Can we get out of here before any of these things notice us? Извините, ребята, извините. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Слушай, я вернулся сюда, чтобы бензин поискать, а после я услышал, что из уголовной комнаты на улице плач. Ты кто это? Девушка. Мы говорили, но она внезапно испугала. Я решил идти помочь, но она начала пить, что я укушен. Я старался убить ее, что меня не укусали, и тут из леса вышли эти парни. Двое меня чуть не заметили, я в конце концов спрятался в кондиционере. Повезло, и теперь пошли. Не можем так просто. Вообще не могут просто так пройти. Over a girl. I'm saving her. Мне союз с тобой или без тебя. Think about if it was you. Представь, если бы это была бы ты. Fine. Let's go save. Давайте выручим из беды, подружка Глен. Глен. Блять, охуенно. Смотри, здесь такая тема, да? Вот этих зомбяк нужно, нам нужен 100% этот топорик, блять. Их нужно всех отвлечь. Тут вот эта тема, блять, лежит. Вот этот хуй, блять. Смотри, хорошо, план таком. Мы не знаем, как будет выйти. Мы не должны доской. Поэтому придется всех тут убить. Сейчас давайте смотрим. Давай. Let's go. Подушку давай. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Так, что у нас там? Погнали туда сначала сгоняем. Отвертка есть. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. У нас там есть хорошо. Блять, что дурак? Алло, мужик. Дурачок что совсем? Так, подожди, ладно, погнали дальше. Ну я понял, что это, блядь, окей. А если туда нам? Туда нам. Там хуйня. Get out your gun. But the noise. Ну, just follow my lead. Сделал то, что я stay говорю, right behind me. Меня. That was sick! Ты безумен. Мне вообще похуй, блядь. На нем он стену дрочит. Так, подожди, теперь у нас есть тема, да? Давай пробуем открыть. Опа, свеча, блядь. Собирай, ёбана, ты, блядь. Свечки так просто не лежат, знаешь, блядь. Они по 1000 рублёв стоят, ёпты. Это зажигалка. Спарк-плаг. Зажигание должен лежать у себя. Пригодится. Так, что мы можем сделать? Мы у того мужика можем ёбнуть.
Так, ну, let's go и тащить. На, ёпта. It was awesome. Так, теперь что мы делаем? Смотри. А, ебать, свечи зажигания, давай попробуем нахуй. Давай, 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 давай. Подожди. Дай посмотреть свечу сжигания. Подходы этих штуковин разбивают окна машин. Дребезги. Он дрочит стену, блядь, смотри. Вообще похуй. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. То, о чем я думал. Так, теперь куда? Теперь идем, смотри куда. Идем обратно. Давай, 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 возвращаемся к стене. Блять, все, погнали, ебать, туда уже. Мы прошли. Ой, блядь. Погнали эту, блядь, уёбку нахуй. Ого, NBC задвигался, блядь. Да, да. Прикончи. На, ёпта тебя, блядь, глаз нахуй. Здорово. For sure. Все, остались там двое. Что ты сделаешь? Ты что, еблан? Давай вот вверх. На, ёбана. Dude, where'd your weapon go? Into that ice pig-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Are you two done? Мы закончили. Давай возьмем и берем топорик с собой. Two more. Еще двое. That should help. Должно помочь. Ты сомневаешься, что ли? Let's go, нахуй. Блять, что дурак? Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Лучше встаньте за мной. Okay, we'll be right behind you. За тобой. Так, смотри, как будто им похуй, знаете, блядь. Let's go, бля, мужик. Погнали, бля. Погнали, 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 погнали. Let's go, ёпты. Салам алейкум, блядь. Давай. На, ёпта. Давай, давай, иди сюда. Салам алейкум. На, ебать. Рад. Круто. Ну давай еще дольше, пожалуйста. Hello in there. We're here to help. Там. Хорошо, просто уйдите. Let's go, guys. Идемте. Минутку. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No. She's in trouble. Miss, we're coming in. Мы заходим. Let's go, блядь, давай. Хватит, прекратите. Я выхожу. Она ранена. I said stay away. We need to get you help. Нужно помочь тебе. Уже слишком поздно. Guys,
She's been bitten. What? I told you, I said, go away! Я сказал, убирайтесь, меня укусили, но вы не ушли. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? What? I don't want that. It's not Christian. По-христиански. Please. Прошу, просто оставьте. Just leave me, please go. Не-не-не-не-не-не-не-не. What if you turn and follow us back to our group? I know that was why I was locked away. I can't let this happen to me. You have a gun. У тебя есть пистолет. So can I могу я его взять? Borrow it? What do you mean borrow? Give it to me. Дай мне. I can just, только так, знаешь, you know, end this, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please, I don't want to be one of them. They're satanic. We can't let you do that to yourself. Then do it for me. We need to get going. Сделали трудный выбор. Please. This is crazy. Please, step back. It's just 2 seconds, just one bullet. And I can be with my family, and it'll all be стреляй, fine. Блядь, похуй. Yes. Back up! Please! Whoa. Ох ты, блядь, трудный выбор. Такого у меня не было, когда я проходил. Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. You need to think this through. We'll find you a doctor. It'll be okay. Let's просто all давай. Just... No, no, нет, no. нет, нет! На, блядь. Осуждаем такой, ребят, осуждаем. Это жесткая хуйня. Бля, мужик, ну ты что, ебанутый, блядь? Я взял, наблевал еще дорогу, блядь. Let's get out of here. Пойдем отсюда. Shit. Here they come! Они идут. Get in! Everyone all right? Все в порядке? Yeah, we had some close calls. Мы рисковали, но были в порядке. И, в общем, да. Мы в порядке. I've got a few cans of gas for your pickup in the trunk of my car. Есть с бензином, что-то там. Good to hear it. And things back here? Quiet. Our friend is still in and out of. Ну, нужно еще нажать лекарство, например, если продолжит так. Тебе нужно сопротивлять какие-то аптеки. Ну, let's go, чё, за таблеточками, блядь. Погнали в аптечку, блядь. Ох, бля. Let's go, мужик. How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's go. Have a look around. Okay. Смотри, у нас есть с тобой топорик, да? Погнали ебашить. Эту хуёвую хуйню, блядь. На, ёпта. Awesome. Круто. Now to distract those. Тебе нужно отвлечь этих ребят. Carefully. Этих тварей аккуратно. I can't reach that brick. Ты что, дурак, что ли, блядь? Давай, блядь, бери кирпичок. Смотри, тема какая есть. Берем кирпич, и вот туда вот кирпичик получается. Пора. Все, let's go. Давай, давай. Перебежечками нахуй. Погнал. Be careful. Будь осторожен. Keep an eye out, прикрой меня, ладно. Да, мужик, давай ты еще дольше будешь идти, нет? Hey, bud. Привет, брат.
Да, вот это грустная сцена. Я не знаю, что произошло с мамой и папой, но я не знаю, если бы ты был с ним, то отдал бы всю жизнь, чтобы защитить их. Так что, да, я думаю, что так и все было. Я должен это сделать, мужик. Я должен. Ну, чел. Бля. Это жесткая хуйня. God. Ух. Господи. There we go. Вот и ключи. Holy crap! Дерьмо! Run! Беги! That was close. But we did it. It's all that matters. У нас получилось, это важно. Чуть не попались. I've got the keys. Ключи у меня. Great. Классно. God, Господи, you're amazing. Ты бесподобен. Let's get in there. Давай пойдем туда. Пошли. Может, поебе... Ой, извиняюсь. Вот он, блядь. Oh no. Ох, нет, твою мать. We gotta hurry. Мы должны поторопиться. Пройти. Постараюсь принять пикап, Да. Не смотрю. Мне нужна помощь. Эй, Ли. Если мы это не переживем, я думаю, ты отличный парень. Think you're a great guy. Shut up, Doug. Не знаю. Не знаю, если мы это не переживем, ты должен знать. I should know what? Ты должен знать. Huh? Что? I said I should know. Сказал, должен знать. Yeah. On it. Are you sure? Oh, shit! What? Oh, shit! Okay, then. Clementine, can you look for something to stick in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Хорошо. Ты, сука, идешь ты нахер, блядь. Клементина, нашла что-нибудь? Nothing. Ничего, ой, стой! The window is screwed. А то выбили. Иди. Да идёшь ты нахер, блядь, сука. А, блядь. Отъебись, блядь. Я кое-что нашла. Отвалите, отвалите. Ну,
Бля, выбор. Но эта девушка нам нужна 100%. Бля, этот чел тоже, блядь, него жалко будет, честно. Выбор, да? Блядь, конечно ее, давай ее, блядь. Ну, как минимум, просто логично, что она, ну, блядь, конечно, жалко, блядь, выбор ебучий жесткий. Но это мое прохождение, блядь. Она просто тратит на это. Уходим. Они слетели Дага. Они... Иди сюда. На, это. Let's go. Бегите, блядь. Ты идешь на них, ты сын. Ты чё? Охуел, мужик, блядь. Не позволить, чтобы сегодня эти твари сели кого-то еще. Давай, let's go. Особенно хорошего друга. Закрывай, бля. Прикольно взял от первого лица, прикольно. Бля, вот это классно, я говорю, игра очень классная. Мне очень нравится, я надеюсь, вам тоже. Мотель. Какая-то Траньера. Клементина. Эй, Глен. Думаю, мне пора. В Атланту? У меня там друзья, и не могу что-то здесь. Знаю, что они могут стрелять в городе. Sounds like nobody knows what's happening. When we left a few days ago, could have gone either way. I gotta take my chances. Let's go дальше. Пошли. Ты должен делать то, что должен. And I gotta do this. Я должен это сделать. I respect that. Я уважаю этого, брат. Береги себя, ребят. Мы постараемся. Он влюбился и, блядь, такая вот хуйня. Все, почалил мужик. Ох. Да уж. Пошли к нему подойдем. Hey, Ken. Привет, Кен. Close call back there. Это было опасно. Thanks for picking me up. Спасибо, что подобрал меня. No problem. Без проблем. We have to take care of each other. Друг о друге. Yeah. Да, нужно. Earlier, ранее я упомянул, что ты должен спросить себя, что ты будешь делать, если родители Клементина не объявятся. Да, было дело. You think that's gonna happen? Что случится? Ее родители найдутся? Не думаю. Well, I want you to know that I think you've got it in you. I think you can take care of that little girl just fine. Thanks, Kenny. Спасибо, Кенни. You got it. Да не за что. Это поддержка, ебать. Пошли к нашей девочке, блядь. Девочке, где она? Пошли сначала к этой. How you doing, Carly? Как себя чувствуешь, Карли? I'm okay. Я в порядке. You know, considering. I do. Понимаю.
I can't stop thinking about Doug. Я думать о Даге. We couldn't have saved him, could we? Не могли. Не думаю. Все уже очень быстро. I know it's stupid. Я знаю, это глупо. Мы только встретились, и он был таким. It's just that. Ну, он мне нравился. Well, I'm sure he. Я думаю, ты ему тоже нравилась. You better have. Он очень на это надеется. I'd rather be alone, I think. I understand. Я понимаю. Wait. Простой ли? What is it? Что такое? How did you choose? Как ты выбрал? We both needed you. Помнишь, но ты выбрал меня. You picked me. I was gonna help you both. Я хотел помочь вам. But you helped me first. Ты помог мне. Yeah, I did. Да. I just wish я бы хотел, чтобы мы оба выжили, понимаешь? Me too, я тоже, Карли. О, let's go, ебать. Погнали к ним сначала, потом к этому мудиле, блядь, который нам, блядь, сказал, нет, блядь, ему это все вернется. Я говорю, вернется, вернется. Что ты смотришь, ебать? I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you wanna cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. Прости, что здесь так много детей. Нет, не в этом дело. Просто меня снова схватили. Я был там. Я упал. Мой рот сломался. Углина стала вторая. Ой, мне жаль. Спасибо. Я знаю, что должна быть сильнее. Мне просто грустно. Я знаю, что это глупо, но с ее помощью говорила с мамой и папой. А теперь не пропала. Она пропала. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Сюда на секунду. Let me go deal with this. Поговорить. Oh man, Клементина, еще кое-что. What do you want? Что ты хочешь? You like my daughter? She's fine. Она ничего. Fine, huh? Ничего, да? Well, just просто иди нахуй, Леви. That's right. Да-да, я знаю, кто ты, я знаю, что ты убийца. И не советую тебя переступать черту, иначе все узнают, кто ты. So will everyone else. I know who you are. Я знаю, кто ты. And I don't give a shit. Мне похер, что с тобой случилось, но если что-нибудь случится с моей дочерью или с той девчонкой, береги свою жопу. Да, мужик на негативе, понятно. Эй, Ли, можно тебя на секундочку? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead. Этот парень Дак умер из-за меня. You can't be like that. Не вини себя. You're only one man. Ты мог себя был. I don't know. Ну не знаю. We're lucky to have you. Рада, что ты с нами. I hope that's the sound of us winning this thing. Наш победы. Me too. Я тоже. Motorin's pretty damn dependable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, and we can stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. Мне тоже. Beds, we got water, and most importantly, we got light. There were places to call home. Yeah, you're right. Да, ты прав. Знаете, парни, я думаю, что у нас все наладится. Пара-пара-пам, ёпта. Охуенно, блядь. Продолжение следует. Ну, бля, вот главу и закончили, получается, да? В следующем эпизоде. А ну-ка, давай позырим. Давай, ну давай. Спойлеры, давай, накинь нам спойлеры. Я думал, что если будет в порядке, если мы укроем себя ходячих. Не ожидал, что придется голодать. I want you to have this, okay? Оставь себе, ладно? In case you or Clementine starts feeling weak. Ты ничего мне не нужна. You don't owe me anything, Carly. Ты ничего мне не нужна. How you doing, Clementine? Как ты, Клементин? I'm really hungry. Я очень хочу кушать, Ли. We gotta get food, мы должны раздобыть еду, Ли, и быстро. Howdy, I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. Мы из St. John. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Ли. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. Вы нас наебали! Теперь мы возьмем все, что мы хотим. Вот, даже в аптеке сдался. Этого не может быть.
Бля. No more, please. No more, please. Please, пожалуйста. Жажда помощи, кто два. О, честно, ребят, честно, да. По-по-по. Вы солгали Хершелу, что вы 63% игроков были честны. Дака или Шон. 49% выбрали Дака, короче. Если вы защитили Кенни, 48% игроков защитили Кенни. Понимаешь? То есть примерно половина где-то так защитили Кенни. То есть 50-50. Причем два пункта. Дака или Шон, или вы защитили Кенни. Вы отдали оружие Ирин. Не дали пистолета. Ага. Дак или Карли. Выбрали Карли. Понятно. Ну вот, типа вот такая тема. Да. Такое ощущение, что прошли уже игру, но мы прошли с вами всего лишь эпизод. Первый эпизод. Подошел к концу. А значит, серия тоже. Если вам понравилось, кто не смотрел с самого начала прохождения, посмотрите. Ссылочка в описании на плейлист. Или в верхнем правом углу, или в левом, там будет подсказочка, нажмите на нее, там будет и плейлист, и видео. Вот, все ссылки в описании, на ваших экранах сейчас телеграм-канал. В принципе, все, увидимся в следующих сериях, давайте.